Малыша с обмороженными руками нашли среди могилок местные жительницы. Женщины вызвали полицию и скорую, грудничка срочно отвезли в больницу. Полицейские выяснили, ребенка попросту вышвырнули на кладбище, как ненужный хлам. Мерзость дикая, по-другому не скажешь. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Скопинской полиции установили, что матерью ребенка является 21-летняя жительница Рязанской области. Около недели назад женщина уехала на заработки так называемых легких денег и ребенка оставила своему 21-летнему знакомому. Молодой человек, видимо, устав быть нянькой, решил избавиться от ребенка. Он оставил его на кладбище, после чего уехал с территории района. Уже сейчас известно, что он находится в Москве. За ним выехали сотрудники полиции. В настоящее время возбуждено уголовное дело по факту оставления в опасности. Также решается вопрос о лишении матери родительских прав.